Ребята, это мы поднимаемся на гору Салеф. Салеф. Гора Салеф, и вот мы на нее поднялись с помощью фуникулера. И сейчас посмотрим, что здесь и как. Ребят, ну вот зашли, здесь, судя по всему, панорамная такая площадочка. Сейчас мы снимем с нее вид. А еще здесь, ну, полно кафе, как обычно, детская площадка. Вот, собственно, выглядит это все вот таким образом. Ну все, наконец мы на этой площадке. Смотрите, как красиво. Тузеров вдалеке. Высота такая приличная. Красиво очень. Кстати, высота. Кстати, от? Вы? От? Альтитюд. 1097 метров над уровнем... Не море, а дюляк. Вы? Дюляк. Альтитюд? Дюляк. Но? Монтань. А монтань. Вот чуй. Ага. Да. Уси. Угу. Окей. Шариат, вот тут мы находимся. Это такая микро... Да, микроплан. Ивуар, вот все наши. Ага. Близон. Ну, а там уже через озеро пошла Швейцария. И Тиньон пошел. Версуа. А мы живем вот с этой стороны. Мы вот тут вот живем. Вот это мы? Вот это мы, да? Вот это вот наш. Вот этот наш райончик. Вот это Швейцария. Мальчишки смотрят мои с удовольствием. С биноклями стоят. Не подумайте. А, вот, ребят, смотрите.
А уже первый будет салют. Салют, и у нас все тоже будет. Я просто не вижу много. Сейчас. Нашел. Привет. Привет. Я тебя вижу. Я тебя тоже. Ну, ребят, смотрите, летят. И, кстати, сейчас мы ехали, с нами очень много было людей вот с этими мешками, с парашютами. Они сейчас сюда прилетят, приедут, обмундируются и полетят. Ребята, всем большой привет. Вот, ну, наконец, вот она и я. Не знаю, наверное, выгляжу не очень хорошо здесь. Еще свет какой-то здесь, по-моему, тоже не очень. Вот, ну, в общем, вот сзади то, что вы видите, да? Вид сзади на Женевское озеро, да, на Лак-Лиман, вот, с горы. Надеюсь, что видно. Ну, так я без себя тоже показала, поэтому думаю, что там можно все было разглядеть. Вот, вот люди, видите, отдыхают как. А сзади меня, сейчас я стою на детской площадке. И сзади меня сейчас, извините, ребят, одену очки, потому что сейчас уже на солнце буду. И сзади вид вот такой вот. Вот она, детская площадка, там детищи мои развлекаются. Вот. Так что видите сегодня, какой вечер у нас приятный. Вечер на горе Салев. И вечером, ну вот я уже говорила, мы в Женеву не поехали смотреть салют, но у нас в нашем городочке тоже будет сегодня салют, поэтому мы сегодня будем свой салют смотреть у себя. Ну, в Женеве я несколько раз смотрела салют. Шикарный просто салют, ничего не могу сказать. И он очень долго идет там. Но знаете, в чем дело? Там столпотворение, там просто столько народу, когда салют, люди приходят заранее, места занимают, и потом начинают все расходиться, когда салют заканчивается. Знаете, это просто море народу. Мне вот это не нравится. А поскольку всегда в Женеве много народу, сами понимаете, что потом творится. Такая толпа идет по улицам, толпа прям. Вот. Ну, поэтому мы сегодня, в общем, остались дома у себя. Сейчас еще раз покажу. Надеюсь, что хорошо будет видно. Вот, ребят, ну, а я что сегодня? Я в джинсиках сегодня, в лодочках, в джинсиках. Да, надеюсь, видно. Вот, так что всем большой привет. Увидимся. Гергуша, а что ты делаешь? Не знаю. Ага. Окей. Люди, видите, сидят. Они, знаете, что ждут? Салюта. Они заранее пришли сюда с едой, там, с напитками, с собаками. Для того, чтобы сегодня вечером посидеть здесь и посмотреть салют вот с этой горы. Потому что весь здесь очень красивый. Вот. Так что вот видите, они там заранее готовятся к этому мероприятию, занимают места. Ну, действительно, судя по тому, что мы находимся так высоко, вид действительно будет отсюда потрясающий. Вот, ребят, вот там мы были наверху. Вот та точка, которую сейчас показываю, вот там мы сейчас и были. Сейчас мы только-только вышли с фуникулера. Угу. И вот парковка. Здесь две парковки. Одна из них наша. Очень красиво. Очень красиво. Смотрите, какая гора. Что там какое-то шато ставит. Опустила. Какой-то замок. Окей, шато Лаба. Салев? Шато Салев? Шато Салев, так и называется. Как гора, так и это замок. Вот. Ну и вот, ребят, вход и выход. Да? Вот он, вход и выход на фуникулер. Так это выглядит.